Привет всем зрителям канала MTV. Я Антоха МС. Я на базе MTV. Ты так красиво, не перестаю. Фиолетовая вата. Вот в общем в целом данная композиция. Но карманные средства должны быть обязательно. Если бюджет какой-то, если вдруг захотел поесть, чтобы мог и булочку там приобрести, или там на проезд организовать себе, или что-то дельное там вдруг. Так что, в общем, в целом, наверное, такой элемент. Часы должны иметься у человека, чтобы понимал, в который час возвращаться обратно домой. Я думаю, что это главные элементы, которые... Если плохая погода, чтобы был дождь, и будет дождь, чтобы был зонт. Вот так. Наклоны вперед. А можешь показать? Могу. Огонь. Спасибо тебе большое. Я думаю, что место для танцев, время для танцев, в общем, в целом безграничное. Можно предаться плясу, на мой взгляд, в любой момент. А вот место, надо подумать, не в каждых условиях, не в каждом месте можно это осуществить. Место должно быть чистым, пол должен быть соответствующим скольжению, вращению. Ну и настрой, главное, должен быть хороший. Я думаю, что станцевать как раз-таки показать, как это выражается в жизни. Вот так, на мой взгляд, это будет лучше всего. Думал об этом вопросе. Вот, и скажу, что в принципе особой нужды в этом на данный момент на сегодня не имею. И, честно говоря, особого там дела для себя... Не знаю, так что за границу ехать особого желания и интереса нет. Я вообще сторонник того, что и стремлюсь к тому, чтобы для клипов были специальные студии, которые позволяли людям воплощать идеи любых направлений и стран. И когда снимаю его, не думаю о том, что куда бы мне поехать, так как, на мой взгляд, это не совсем оправдываемый способ реализации идей. А праздничные? Я думаю, что в каждом доме, когда планировалось место, должен был быть план о том, куда поставить елку. Так что вот у меня, я думаю, найдется это. Зрителям канала MTV пожелаю хорошей успеваемости, хороших клипов, хороших песен, хороших эмоций и настроя на дела. Салют, лето прием, Антоха.